Привет, друзья! Мы сейчас находимся в Соединенных Штатах Америки, зашли в магазин в Орландо, и вот что мы нашли. Это чистейшая, вкуснейшая свинина по $1.60 за килограмм. Поздравляю вас! Вас грабят в Украине. Много задавали вопросов, сколько стоит в Америке курятина. Курятина в Америке стоит 69 центов за паунд. Пересчитайте, сколько это будет в гривнах, сколько это будет в килограммах. 7 баксов. Такой вот огромный пакован курицы вы можете купить. И вы будете его есть целую неделю. Да, вот один человек будет, не знаю, целую неделю будет себе жарить, там, кушать без проблем. Вот цена на курицу. Это магазин большой, на супермаркет. Курятина стоит $1.50 за килограмм, это получается 39 гривен за килограмм курятины. Ну, такие вот цены в Америке, абсолютно стандартная цена, и, пожалуйста, хотите покупать, это не акция, так было всегда, и сколько вот я здесь купаюсь, уже 4-й год, то цена на курятину, так она и есть, да, то есть так оно и стоит, 69 центов, там плюс-минус пару центов, там может 80 центов, 70 центов, ну вот 70 центов это средняя цена на курятину в Америке.